И снова всем здравствуйте. Какая-то вода у нас нынче не такая. Она зеленая. Прям вообще даже дна не видно. Некрасивая. Я давно такое не видел. Но рыба плещется. Плещется. Вон люди на остров пошли. А я пойду дальше. Я вчера ходил за грибочками. Груздочков немножко набрал на речке. Ну, прогулялся. И сегодня решил повторить, но только пошел подальше уже. Вот я спустился по этим ступенькам. Вот они сзади за мной. И сейчас я вдоль вот этой воды, которая вот впереди меня здесь есть. Сейчас покажу. Вот она, водичка тут кругом. Я пойду вдоль берега, вот по этим кушарам, искать грузди. Такой красивый кустик здесь попался мне с бычелой. Я так и руки не доходят посмотреть, как он называется. Ну вот пижма вижу, эту я знаю. Вот лобозник, вот он, это я знаю. А, кострище. Но без щушек здесь никак. Где-то крякает. Что-то тихо. Но здесь поболее-менее, чем вот. Вот перешеек небольшой, вот от кустиков до берега. И там начинается зеленая вода почему-то. А здесь терпимо. Дно видно. Ладно. Мы пришли тут не дно разглядывать. Мы же не на рыбалке, а на охоте. На такой, на тихой-тихой охоте. Где-то тут вот должны быть грузди. Но я их пока не вижу. Но я их найду. По крайней мере, я так думаю. Да должен я их найти. Где-то тут они недалеко. Надо тут на них наткнуться. Вот где-то примерно вот с этого самого места. И надо уже под ноги внимательно смотреть. Ну что, они где-то, ну, должны быть. Ладно. Зря болтать не буду. Отключаюсь, как найду. Так покажу. Уже минуты не прошло, я их увидел. Минуты не прошло. Вообще караул. Вот они. Пожалуйста. Подходи. Не стесняйтесь. Так. Вот они. Мои груздочки. Я же знал, что я их найду. Вот и сколько здесь у меня. Целая бороздка. Раз, два, три, четыре. Сейчас я их вырежу побегом. И так вот пойду и наберу. Вот такие чистенькие грибочки. Вообще отличнейшие экземплярчики. Я пошел дальше. Что там за война? Убежал кто-то.
Вот битва была так, битва. Крику было аж до потолка. Не успел пока. Суть до дела. Все закончилось. Но я сейчас все равно подойду. Где-то здесь старали. Сейчас здесь все побросаю. Лягухи. Что-то делили. Может, ее кто-нибудь поймал? Че заткнулись? О! Вот это был всплеск. Грелась сверху. Щучка, наверное, отдыхала. А может, окунишка. Так, кто тут орал? Э! Отзовись. Все, никто не отзовется. Что здесь стоять? Пошел я дальше собирать грибочки. Я уже там наловил маленько. Сейчас покажу. Где-то пакет бросил на улице. Вот он. Вон уже сколько у меня. Ой. Это все, что я сейчас накосил здесь. На одном месте никуда не ходил. Тут еще вот такие вот грибочки растут. Ну, несъедобных грибов нету, они все съедобные. Но я что-то их не буду, наверное. Пошел дальше искать. Бах! Опять всплеснулось. Вот они. Прям, о! Сколько их тут. Хороший прям под топольком. Вот осинка. Прям под ней. На берегу. Вот так вот здесь. Опачки. Вот они. Красивые такие. Сейчас я их соберу все. Вот еще один. Все, собираем. Видишь гриб? И я не вижу. Но он есть. Знаете, где он есть? Вот так вот веточку раз. А это кто такие тут? А ну покажитесь. А вот он. Один. Ой, раз. Вот такое там. А это что такое тут? Ого-го. О, сколько вас тут. Видишь гриб? Нет. И я нет. А он есть. Вот они. Понеслась. Оба-на. О, какие. О, какие. А ну иди сюда. Оба-на. 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 Так, еще вот тут. Вот они. Вот они. Вот они. А ну раскрылись. Вот так примерно. О! 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 Стоять. Ну, как-то так. Вот такая вот. Попалась мне лужайка. С груздями. Берем. Уточка плывет. В этом году воды побольше. Потому что дождей было много. Эту протоку я проходил как-то. Ну, в прошлом году я переходил. Свободно. Сейчас я в кроссовках. Не пойду я в нее, не полезу. Ну, как-то вот так вот здесь. Оба-на. Утки бультыхаются. А на зеленом такое красненькое сиреневое цветочка. Вон она. Бультыхается и все тут.
Ладно. Пойду я там еще доберу грибочков маленько. Ой. Я уже почти себе нахапал. Мне много не надо. Я вот пакет наберу и хорош. Где-то здесь я видел их. Что я их видел? Конечно, видел. Вот они. Вот они. Вот они. О. Один, два, три, четыре, пять. Вот такие шляпки здесь мне попались. А тут что? И тут еще есть. И тут еще есть. Вот они еще под руками у меня прям болтаются. Ну все, сейчас мы их все вот так. Раз. Иди сюда. Раз. Иди сюда. Обана. Обана. Тык. Брык. Опачки. Вот такие вот они примерно. Бацк. Бацк. Тут еще надо пошляться. Руками так вот пройтись по траве. Может где-нибудь еще сплеснуться. А пока я эти уберу. Приберу их к месту. Ну, сегодня явно мой день. Почти мой. Вот они. Такие вот. Тут уже посрезал. Но это ж не все. Вот же еще у нас есть. Вот они еще есть. Вот они сколько их. Вот они. Вот они. А если так вот еще тут пошевелиться, то они еще и вот есть. Власти. А, сгнили. Не надо нам таких. И этот сгнил. А если дальше? А дальше вот какие есть. Ой, там-то какой ядрененький лежит под ним. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут уже тоже кто-то побаловался вперед меня. Ну ничего страшненького. А вон еще я вижу. Вот они. Вот они. О, а тут что? А тут еще много, да? Ну-ка. О, сколько. Под лопушком сидят. О. И вот еще махочка. И вот еще есть. Ё-моё. А я еще вон вижу. Вот торчит. Вот они. Тут косил, косил, косил кто-то. И не все выкосил. Поэтому их тут. А тут даже не выкошено. Он, наверное, увидал их. Тут краешек не выкошенный. Ну все. Сейчас мы будем косить. Берем. Ну все, наверное. Мне уже поди и хватит. Вот они еще. Вон сколько их тут. О, какие. Вот такие вот. Вот махочка совсем. Совсем махочка. Где-то тут еще был. О! О! О какой! Ну-ка, покажись всем. Собаки сейчас прибежали, целая свора. Угнал я их. О, какой большущий. Ну-ка. Смотрите. Сок дает. Прям ой-ой-ой, вкусный будет. Иди сюда. Да главное дело чистенький. Давай к этим. Сейчас я... Горочка получилась. Вот такая вот горочка получилась. А если все вместе сложить, уже будет большая гора. Ну вот еще надыбал. Короче, мне осталось совсем чуть-чуть до пакета. И пакет будет полный. Ну-ка, иди сюда.
еще один. Вот он. Вот такие вот попались. Ну-ка, пусть посидит. Сейчас мы еще пройдем здесь. Посмотрим. На что-нибудь еще сплеснется. У меня вон какой крючок есть. С проволоки шестерки. Вот тут. А тут, наверное, конченое все. Нет, что-то похоже. Задел. Но это можно посмотреть. А, тут уже срезали. Ладно. Вот трава. В траве все. Вот он тут косил кто-то. А тут не стал косить. Тут он собрал грибочки и не выкосил. Здесь снова выкосил. Там он чуть-чуть выкосил. О, сейчас вон в ту траву схожу еще. Ну и так, здесь вроде больше не видать. Это вроде не видать, а может быть и видать. Ладно, пойдем. Ой, ножик болтается у меня. Надо его в руки взять. На веревочке все привязано. Ничего нельзя непривязанным не держать, иначе потеряешь. И не найдешь. Так. Так. Ну так, поверхностно пройду. Может, наступлю. А ну-ка в кустики зайду. Вот в таком месте я нахожусь. Так, ну-ка спустимся, посмотрим, что здесь у нас есть. Мотогонщики едут. Это все старое. Ой. Я тут уже 100 раз был. О, кто-то удрал. Круги пошли. Кыш, тут комары начинают сжигать. Все, тут ничего интересного нету. И грибов не видать. О! Спину кусают. А, накормил я их. Все, выполз вроде. Ну и тут ничего не видать. Надо эти подбирать. О, папа селезень прошел. Забираю я тебя. А вот это что такое? Это тоже забираю. А это? Это какой-то. Нет, не буду я его брать. Это не такой. Фух. Ну и все. И вот эти забираю. И пойду туда. Итак, навалял я грибов вот сколько. Плотно лежат. Прям хорошо. Тут килограмма 2-3. Пакет не полный. Можно идти еще дальше. Тем-то я их по-любому доберу. Туда вверх по Томи. Но думаю, идти или не идти. Не знаю, сейчас подумаю. Кыш.
Съела меня мошкара. Рыбка плещется, кто-то кого-то гоняет. Вон где подорожник пристрогался, прямо в воде, затопило его. Так, надо тут поискать мяты, надрать, если попадется, обязательно наберу. Ну что-то я ее здесь не вижу. Я же попёрся туда, за грибами. Но я уже думаю передумать. Я просто по тенечку погуляю здесь. А вот брать я их буду, не буду, я уже не знаю. Рюкзак. Я в рюкзак положил эти грибочки. Оказывается, тяжело уже. Там нету 2 килограмма, там больше. Ага. Вот там кто-то сидит большой. Утка, по-моему. Большущая. Ладно, не пойду туда. Пойду в обход. Куда ни подойди, везде грибы. Вот они снова мне попались. Вот что мне делать с ними? А? Мне же их тащить отсюда. Вот они. Вот куда мне их столько? А? Это же еще не все. Я же еще вижу. Я еще уже... Вот, боюсь даже наступить. Смотрите, какой ядрененький. О! О! О, какой! Еще что есть тут? Ну так вот, еще есть. Ой, наступил прям, слышу, как захрустело все под ногами. Люди куда-то бегут за ними. А я никуда не бегу. Я иду и иду потихоньку. Вот они. О, сколько. Попить. Вон водички можно попить. О, какие. И что? И там еще дальше есть? Ну-ка, конечно, есть. Ой. Кочка. А под кочкой нету. Ну вот они. Вот они. Так, еще где у нас тут есть? Тут кто прыгает. Ну-ка стоять. Жаба маленькая. Ускакала. Так. Ну-ка пойду посмотрю, там орет. Что там за горластая утка? Вон они. Вон они, охотники стоят. Видите? Собаки, 3 штуки. А ну цыть оттуда! Удрали. Хотел пугнуть я их. Нифига не удрали. Цыть! Вот теперь удрали. Правильно, уточки, нечего бояться. Все, пошел я собирать. Грузики. Вот он. Вот. Вот так вот. Столько много в этом году груздей. В 2 раза больше, чем в прошлом году.
Все, потерял, где я остановился. Вот тут где-то и кочергу бросил. Где-то вот тут. Ну все, приступаю. Вон он какой хорошенький лежит. Ждет меня, когда я его подберу. Сейчас всех подберу, не понтуйтесь. О, не могу не показать. Смотрите, какой грибочек. А? На что похоже? Правильно, на яблочко. Вот такой гриб. Как яблоко. О, видишь, отсюда. Ну-ка, подрежем еще маленько. Ух ты, гадина. А если еще чуть-чуть? Не, нормальный. О! Кочка муравьиная, оказывается, здесь. И вот еще торчит один. Ну вот, яблочко, да яблочко. А это что, не яблочко? Это не яблочко совсем. Это совсем не яблочко уже. Вот вытер и все. Вот так были бы вот такие вот они. Срезал, вытер и все. Ну тут подправим маленечко. И эту подправим. Все, дома будем добирать. Тут еще есть, оказывается. Вот еще один сидит. О, лопнул. Все, не надо мне такой. Вот этот маленький заберу. Иди сюда. Сюда. Где-то тут еще должны быть. Походу. Ну, все. Набрал я грибов. Вот таких. Тут кострище вон. На машинах можно подъехать. Вот там грибы есть. Там их еще больше. Туда не полезу. Пока не полезу. Ну вот и все. Закончилась моя эпопея с грибочками. Набрал я их немножечко. Ну как немножечко? Вот этот рюкзак я набрал. Там с ведро, наверное, будет. И все. Сейчас домой потянем. Вот тут вот такие еще цветочки растут. Красивые. Кусочек, такая плантация. Лобозник уже отошел. Вот он. Все уже. Она. Не полез я дальше за грибами, потому что тащить мне много нельзя. Я после операции за 2 месяца неполных 3 штуки сделали. Здорово, утка. Или ты... Нет, утка. Думал, вот так. Чё? На берег не вылазь. Собаки сожрут. Ну все, ничего не забыл вроде. Смородины немножко надрал. Покушал чуть-чуть ее. Мать и мачехи чуть-чуть нарвал. Мяту не нашел. Мяту не нашел. Вот так подхожу к берегу, а мяты нету. Вот похоже, но это не она. Там еще на входе посмотрю в этот лесочечек. Тут где-то бобер должен быть, но его не видно. Ну все. Всем пока. О, домой я пришел. Сейчас я рюкзачок на весы закину. Что-то мне там 2 килограмма не кажется. Что-то там, по-моему, больше 2 килограмм. Ах ты, ёкаламана. Рюкзак бросил на весы.
Пусть постоит. Снимаем. Смотрим. 8,5 килограмма. А я 2 килограмма, 3 килограмма. Вот так. Все. Дома. Пакеты пакетами, а ведро есть ведро. Вот ведро эмалированное. Полное. И еще в пакете. Так что здесь нету никаких 2-3 килограмма, как я себе насчитал. Тут 8,5 килограммов рюкзак полностью вешает. Как-то так.